Жители Саратова почтили память жертв Беслана. В учебных учреждениях города прошли мероприятия, в ходе которых вспомнили о погибших в бесланской трагедии. День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается 3 сентября. Напомню, памятную дату приурочили к годовщине трагических событий в Северной Осетии. В 2004 году школу в Беслане захватили террористы. Тогда боевики уничтожили около 300 человек, среди которых 150 детей. Мероприятия, в ходе которых саратовцы почтили память жертв трагедии, прошли в учебных учреждениях города и области. Сегодня мы говорим здесь «нет терроризму». И мы хотим, чтобы такого больше не повторялось. И все-таки как бы, чтобы люди стали добрее.